Всем привет, меня зовут Ева Попова, мне 8 лет, я перехожу в 3 класс. Я занимаюсь в киностудии «Звезд Ералаш» и в театральной студии «Ирбис». В мае этого года я участвовала в постановке по Григорию Острову «Веселые задачки». Еще я хожу в секцию плавания, изучаю английский и итальянский языки. Пока!